друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем готовить индейку. Я вам покажу самый простой базовый рецепт. Мы будем индейку тушить в сметане. И сразу скажу, что если вы хотите более здоровый вариант, то сметану можно заменить обычным классическим йогуртом без добавок. Такая индейка подходит вообще абсолютно ко всем гарнирам. Ее можно есть и с картошечкой, и с рисом, и с гречкой, и, например, с киноа, которые мы сегодня тоже готовили. Нам понадобится индейка, у меня здесь филе бедра, вот такая вот зерновая горчица, любые овощи, у меня смесь замороженных овощей, сметана, соль и перец. Сначала нам нужно индейку нарезать на небольшие кусочки. Постарайтесь сделать так, чтобы кусочки были одинаковые. Мы с вами нарезаем индейку примерно вот на такие кусочки. Она у нас в процессе приготовления еще немножко уменьшится, поэтому сильно мелко резать я не рекомендую. Ну, лично мы так не любим. Теперь мы берем большую сковородку. У меня вот такой вот, я не знаю, казан с жаровней, в общем, что-то среднее между сковородкой и кастрюлей. Ставим ее на максимально сильный огонь, разогреваем масло и обжариваем в этом масле индейку буквально по 2 минуты с каждой стороны. Теперь мы с вами берем нашу жаровню, переставляем ее на самую маленькую конфорку, там, где можно сделать максимально тихий огонь, и добавляем остальные ингредиенты. Это у нас сметана, горчичку, наливаем немножко воды, сюда же отправляем наши замороженные овощи, они уже нарезаны. Немножко все это перемешиваем. Кстати, чуть не забыла. Солим и перчим тоже сейчас. Накрываем все это крышкой. Включаем самый тихий огонь, который у нас есть. И тушим нашу индейку с овощами примерно 20 минут. Индейка у нас практически готова, потому что мы ее предварительно жарили. Нам нужно дождаться, когда приготовятся овощи. Друзья, наша индейка получилась очень вкусная и нежная. Обязательно приготовьте ее по этому рецепту, вам точно понравится. Обязательно поставьте лайк этому рецепту, потому что мы для вас очень старались. Подписывайтесь на наши каналы и также на наш телеграм. Пока!